все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В пятницу в Самарской области солнце и переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем 16-20 мороза, ночью 19-23 ниже 0. Ветер северный, северо-восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность. Днем минус 16, в темное время суток 17 градусов ниже 0. Северный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем минус 18, ночью 19 с минусом. Северо-восточный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, в дневное время минус 20, ночью минус 23 градуса, ветер северный 4 метра в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.